Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я вас приветствую на новом уроке нашей виртуальной школы Таро для новичков или для чайников. И у меня для вас хорошая новость. Мы завершаем изучение карт двора. Помните, я раньше вам говорила, чтобы вы вели записи и, кроме того, старались искать в своем окружении людей, которые похожи на короля мечей, на королеву чаш, на рыцаря мечей, на пажа пентаклей и так далее. Этим вы можете заниматься и когда вы смотрите кино, новости и так далее и тому подобное. Примерять эти маски на политиков, актеров, на всех-всех-всех абсолютно, кого вы видите. Это поможет вам лучше разобраться в картах двора. Поверьте мне, карты двора — самая сложная тема из всех арканов. Даже если человек очень хорошо учился и все изучал, потом, когда в раскладе попадаются карты двора, наступает ступор. Поэтому, пожалуйста, не обойдите своим пристальным вниманием именно карты двора. И сегодня мы изучаем масть жезлов. В колоде Таро Райдера Уайта масть жезлов – это стихия огня. Помните, в прошлый раз я говорила, что в некоторых колодах мечи стихия огня, а жезлы — это стихия воздуха. Но в нашем случае, в версии Райдера Уайта, жезлы — это огонь, и на этом остановимся. Итак, жезлы — это огонь. И что же такое огонь? Это воля, это активные действия, это страсть, это напор, это движение вперед, это многочисленные желания. Это завоевание и построение мира, исходя из этих желаний. Это амбиция. Все это жезлы. То есть это такая энергия страсти, которая движет нами на пути создания, в принципе, чего бы то ни было. Бизнес-проекта, семьи и так далее, и тому подобное. Начинаем мы по традиции с пажа жезлов, и паж жезлов приносит деловые новости. Новости, связанные со сферой работы вашего бизнеса. В прямом положении это, как правило, приятная новость или новость, которую вы ожидали и на которую рассчитывали. Если говорить о том, кого описывает паж жезлов, то это будет ребенок, мальчик или девочка, либо же молодой человек или девушка до 25 лет, огненные, с большим количеством энергии, амбиций, желаний, напором. Если это ребенок, он очень яркий, он непоседливый, он будет разносить квартиру, он 5 минут занимается рисованием, потом чтением, потом собирает игрушки, потом их разбрасывает, у него много-много энергии. И, конечно же, родителям тоже нужно ее немало, чтобы с этим ребенком справиться. Перевернутый паж жезлов приносит по-прежнему вести из деловой сферы, из сферы бизнеса, но теперь это неприятные новости. Возможно, это новость о вашем увольнении, либо же о каких-то неприятностях, связанных с вашим делом, с вашим бизнесом. Если говорить о человеке, которого описывает по жезлов, то это ребенок, да, как мы уже говорили, но это гиперактивный ребенок. То есть это ребенок, который абсолютно не может справиться со своими энергиями, и он рушит и разносит все вокруг себя. И кроме того, такой ребенок сделает все на свете за то, чтобы привлечь к себе внимание любым способом. Если перевернутый паж жезлов описывает уже особу постарше, молодого человека или девушку юную, то это творческая особа, но по-прежнему особа, которая пойдет на все, только чтобы привлечь к себе внимание и оказаться на пьедестале. Рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов – это мужчина в районе 35-40, иногда больше, иногда меньше лет. Он очень яркий, он может быть грубоват, но при этом он добродушен,
напорист, он очень громкий. Когда он появляется в компании, его появление невозможно не заметить. Если он появляется в баре или в ресторане, то же самое. Он громогласный, он громко смеется, он много шутит, он душа компании, он очень харизматичный. И, как правило, это люди с яркой внешностью. Если говорить о действиях, то действия такие же. Это очень яркие действия, это экспансия, это завоевание мира, это расширение бизнеса, это построение бизнеса, но все с огромным напором, с огромной энергией и с очень большими амбициями. Перевернутый рыцарь жезлов описывает человека грубого, который пойдет на все для того, чтобы добиться своего. Это человек, который готов идти по трупам рядом, ради своих желаний и амбиций. Действия его будут соответствующими, или действия, которые описывает карта, будут соответствующими. Это исполнение своих желаний, реализация своих амбиций, несмотря ни на кого и ни на что. Королева жезлов. Зрелая. Я здесь говорю не о возрасте, а о внутреннем состоянии. Зрелая, яркая женщина. Она амбициозна, у нее много желаний. Как правило, она всегда прекрасно одета, прекрасно выглядит, занимается собой, подтянута. Часто это женщина, которая имеет свое дело. Она обязательно будет двигаться по пути социальной реализации, и на этом пути, как правило, будет очень и очень успешно. Перевернутая королева жезлов тоже двигается по пути социальной реализации, исполнения своих желаний, но вот здесь уже эта женщина, которая не останавливается на этом пути ни перед чем. Часто такие женщины, так как это все-таки масть огня, они очень сексуальны, и в перевернутом положении они могут использовать свою сексуальность для манипуляций окружающими, в первую очередь мужчинами. Король жезлов. Зрелый, яркий, огненный, напористый мужчина. Часто это очень успешные крупные бизнесмены, политики, очень яркие политики. Когда их первый раз видят на экране, все в них влюбляются. Если это актер, этот актер будет очень обаятелен, любимец миллионов. Эта мазь яркая, в ней много огня, много харизмы, и все это проявлено максимально в короле, как в квинтэссенции этой масти. А вот перевернутый король жезлов, он не теряет своего огня, но он направляет этот огонь на разрушение, на достижение своего, реализацию своих амбиций любой ценой. Часто это человек, который разрушает не только окружающий мир своими действиями, но и себя. А вот перевернутый король жезлов, он не утрачивает своего огня, но на этот раз свой огонь в этой ситуации, в перевернутой, он направляет на разрушение. В первую очередь он, конечно же, разрушает себя, ну и, конечно же, мир вокруг и окружающих. Его непомерные амбиции и желания не дают жизни как ему, так, возможно, его семье, может быть, его компании, а иногда и целой стране. Ну что ж, мои дорогие друзья, мы с вами завершили изучение карт двора, и со следующего раза мы уже переходим к изучению номерных арканов, номерных малых арканов. Я благодарю вас за внимание и до встречи на новых уроках нашей виртуальной школы Таро для чайников.